You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow. I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting better. Baby, you're so irresistible. Dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you. Every moment feels brand new. Let me hold you when you are over. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for some. Всем привет, здравствуйте. Слышите у нас какие звуки? У нас весна. Слышите? Все тает. Нас засыпало снегом, а теперь весна начинается. Сколько? 2-3 дня постояла зима. Папа наш на крыше, на балконе, уже живут там. Валерий, помощник номер один. Цесарки, говорят, африканская курочка. Домой не загонишь. О. Здрасте. Все идут, услышали мой голос? Все идут. Угу. Да, Каст? Кастер. Утки возле бассейна стоят. А бассейн замерз. А я не виновата. Да. Каспер. Ой, Каспер, красавчик. Ой, какой ты красивый, а. Ты прям красивый. Угу. Ай-ай. Целуемся с тобой. На ночь Вилли с хлебом на ночь его отпускают, а днем там. Ой. Вилли. Ой. Он даже уже не может, если у него бывает, что он съедает хлебушек, да, Вилли? Ой, ой, ой. Ой, ты как медведь белый. Ой, как медведь. Красавчик такой. Да. Начинала видео с красоты, которую хотела вам показать. На самом деле красота. Снег нужен даже в Краснодарском крае. Мы радуемся снегу. Но уже хочется лета. Солнышко. Мы уже вчера прозванивали, бронировали себе домики для отдыха в неизменных наших три сестры. Потому что потом не будет. На 2 числа бронировали. Хотим отдохнуть в начале июля и в начале августа. Красота, о которой я говорила, это не я, а то, что я вам сейчас показала. Свой птичий скотский двор и снег. И пока пусть выпекается на завтрак медовый пирог. Делаю двойную порцию, потому что у меня две вот таких силиконовых форм. Пока меня запеленговала только Снежана. Помогает мне, пока никто не слышит. Дома уборка прошла, время без 20:10, сейчас дети уже будут ложиться спать. Разбивает дочь туда яйца. Кто мне что прислал? Так, мука, сахар 240. Я прям...
120 и 120. Вот это сделал еще. Так. 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 Дальше. Выливай сюда. Мед. Выливай яйца. Молодец. Просто все перемешиваю. Так, мед. Тару убираем. Вот. Имбирь. Молотый. А ты на вот этот орех весь высыпай. У меня его немного. Имбирь. Высыпай весь. Снежана высыпает мускатный орех. Кефир. Так, да. Даже 340. Не, муки побольше. 356. Да. И сода. Все сюда. Да. Все. Духовка у меня разогревается уже на 200. На 200 разогревается духовка. Буду выпекать 30-35 минут. Давай. Давай, тяжелый беру. Вкусно пахнет? Да, очень. И имбирь тут и все, да? Да. На утро он остынет, форму возьмет. Я вам покажу, потому что буду готовить с утра завтрак. Но пирог очень хороший. На, пока чуть-чуть помешай снизу. Я весы уберу, кефир уберу. Это уберу. Ой. Все. И выливаем половину сюда. Половина сюда. Ой, все, ставлю в духовку. Ну все, прошло 40 минут ровно. Они готовы. Я сейчас их, дети уже спать легли. Мы тоже будем ложиться отдыхать. Утром с вами встретимся. Я их оставлю настаиваться. Не хочется этого стороны вылазить. Вот так. Все. Сейчас я посыплю сахарной пудрой. Кексика таких медовых. Все. Они до утра встанут. И утром дети будут пить с чаем. Доброе утро. Также я с вечера, можно сказать, ночью поставила тесто на хлебушек. Давно не делала уже хлебушек. Одно время пекла-пекла, пока не наелись. Сейчас опять начала делать хлебушек. Сегодня его дети с удовольствием едят. Очень вкусный. Рецепт не оставляла. Это дрожжевой хлеб, но он очень вкусный и очень легко делается. Я, получается, сразу лед взяла, чтобы сейчас у меня духовка на 250 разогревается. Я кидаю лед прямо на низ и ставлю хлебушек, чтобы корочка такая была твердая, хорошая. На 30 минут, 30-35 минут я его выпекаю. Все зависит от духовки, от корочки цвета, какой я хочу. Сейчас на 250 10 минут и 220 уже остальные 20 минут. Это медовые кексы 2 штуки. Очень сладкие, очень вкусные получились. С утра, может быть, дети их не так распробовали. Ну, а сейчас уже хорошо покушали, на обед пришли. Также со стола убрала все лишнее, что было. Целая тарелка у нас стоит
Семечки тыквенные с Валберис 2 килограмма заказывала, вот надо еще. Хорошо, дети их кушают, таскают по чуть-чуть. Ну, это и клетчатка для профилактики, хорошо, все знают, для чего полезны тыквенные семечки. Пусть кушают. Тем более сейчас как раз я занимаюсь и собой, и детьми, и животными. Всех пролечиваем полностью, потому что Владик принес новых котят, и мы начали заниматься лечением всей семьи от паразитов. Пока у меня пекется хлебушек. Хлебушек сейчас дети кушать не будут, они будут его кушать на обед, потому что он еще горяченький. Я варю кашу рисовую, рисовую молочную. Сначала я отварила рис на водичке и сейчас вылила кипяченое молоко туда. Я люблю, когда каша, я уже много раз рассказывала, такая как размазня. Вот такой шикарный получился хлеб. Очень хороший, очень вкусный. Дети соскучились, и как будто первый раз, мам, хлебушек какой вкусный. У меня это дрожжевой хлеб. Закваски, к сожалению, у меня не стало. Когда уже каша готова, я в конце добавляю соль и сахар. Для хлеба закваски не стало. Раньше я ее выращивала, много лет хранила ее, подкармливала. А тут что-то раз и произошло такое, что у меня не стало. Я перестала печь. Сейчас опять у меня возникла такая потребность вырастить закваску. В ближайшем будущем постараюсь сделать, потому что хочется делать разные лепешки детям. Все-таки, когда дома выпечка, это здорово. И мне, как многодетной маме, это такое подспорье. Дети тогда сытые, постоянно что-то таскают. Ведь невозможно детей приучить кушать только завтрак, обед и ужин. Но это даже невозможно, потому что дети постоянно курируют. Была бы невидимая дорожка, то видно было бы протоптано все. Начинают дети собираться на завтрак. Я им сегодня порезала докторской колбаски, сырок, что там? Медовые 2 кекса эти, хлебушек, кашка рисовая, чай. Очень часто в комментариях, если у нас нет колбасы, на столе пишут: вот, не сытно, без колбаски невкусно. Я удивляюсь, сколько у нас любителей колбас. Я сама мясная, сама колбасная. Но в наше время, мне кажется, сколько ест колбасы наша семья, никто, наверное, столько не ест. Может быть, просто мы ее в таких масштабах постоянно покупаем. Если мы на видео не выставляем, это не значит, что у нас нет колбасы. Но сама я больше, допустим, последние годы, я понимаю, что детям это навязывать нельзя, потому что, ну, когда-то же у меня тоже так было. То есть я сама, допустим, вот лучше там 2 курочки на соли им пожарю, ту же утку сварю, еще что-то сделаю, ну, чтобы мясо, ребрышки пожарю, чтобы мясо было такое, натуральное. Ну, колбаса есть колбаса, сосиски есть сосиски, мы их кушаем. И если на столе нет сосисок, это не значит, что день не удался. Все нормально, все сытно. Главное, чтобы во время обеда мясо в тарелке было. Хотя у нас дети... Вот сейчас дети начинают подрастать. И начинают совсем по-другому кушать. Сегодня за столом... Сейчас хоть Анюту уже заплетаю. За столом сидел первый раз Ринат с утра. Вообще у нас огромная просьба в детском саду, чтобы мы не кормили детей перед завтраком. И у нас Снежана с Анютой не завтракали. Ванька, вообще Иван-младший с криком. То есть Иван-младший всегда завтракал. Когда выросли девочки, стали завтракать, и он. И Ренат сегодня первый раз, до этого я ему говорила: сыночка, в садике просят не кушать, ты сейчас кушать будешь, а он плохо кушает. А дома стал есть хорошо и нахваливать: мам, как ты вкусно готовишь. Ну и сегодня вот 3 чашки, ну своих чашки, 3 чашки съел, еще хочу, еще съел кашки рисовой. Я говорю: ну иди кушай, раз ты в садике почти ничего не ешь. Я думаю, он скоро привыкнет и будет есть, но пока нет. Ярика тоже покормили, потому что Ярику сегодня к 9 утра до 11 в детский сад второй раз. И вот сегодня забрали, и завтра просят
к 8 утра до 12. Не знаю, чего они боятся. Он не капризничает по сравнению с детками, которые давно ходят в детский сад, некоторые как ведут себя. Совершенно положительный ребенок. Опять я жила эта комната, гостиная. Когда были Снежана с Анютой, Костя в детский сад ходил, Ваня, в этой комнате всегда одеваются почему-то дети. Вот как-то так заведено. Может быть, то, что я здесь на стол вот складываю одежду, готовлю для них. Либо я, либо Ульяна готовит. Мы собираем им здесь, и они здесь одеваются. И вот комната опять ожила. Сейчас Ренат одевается, потом Ярослав будет уже к 8 утра с завтрашнего дня. И все, и опять дети одеваются. А так мы здесь только заплетались в этой комнате. Больше мы здесь ничего не делали. Ярослав с утра уже 50 раз повторил: «Мама, я не хочу в детский сад, я буду дома». Ренат ему говорит: «Ярик, не бойся, там не страшно». Ушки проверяем, целуемся обязательно всем детям, всем. У Снежаны вообще всегда ушки чистенькие-чистенькие. У нее как-то, видать, ничего такого нету. Она всегда чистенькая. Но вот есть детки, от чего это зависит, не знаю. Ушки всегда серые много, а есть у кого нету. Ну, а то, что мы всегда чистимся, это мы делаем и без камеры постоянно. Всегда вот эта группа детей всегда находится возле меня. Подростки, может быть, тоже тут сейчас. Ну, они там, где камера не видно. За столом они сегодня кушали. Я отвернула камеру, и, в принципе, они не видели, что камера включена, настроена. Но они знали, потому что горел светильник, это значит, камера включена. Обязательно с утра заглядываю в телефон, потому что как специально, если не заглянула в телефон, обязательно напишут, к примеру, Василисе ко второму уроку или Ульяне ко второму уроку, и я не прочитаю и отправлю детей, поэтому беру себе за правило. Представьте, сколько групп у меня. В каждом классе по две группы, в детском саде по две группы. С учителем, без учителя. И вот каждый раз все читаешь. А еще получается, если кто-то в школу не идет, пишут тоже. Я всегда учителю в личку пишу. Ну, а другие люди, большинство, пишут в общую группу. И вот это все через нас проходит. Очень много времени уходит на то, чтобы вот просматривать. Прям я порой заглядываю. У меня две сим-карты. Одна сим-карта для семьи, другая сим-карта для подписчиков, для меда. И это караул просто. Туда положи. Ага. Любишь в садик ходить? Покажи мне. Не, в садик. Да. Показать тебе? Я потом покажу, хорошо? Будем целоваться? Да. Давай. Очень любим тебя. Расстаемся на 2 часа с тобой, хорошо? Ну вот. Вот тут я тебя свижу. Расстаемся на 2 часа, хорошо? Да, хорошо. В садике не плачь. Очень отрывайся, играй с детками, хорошо? Бегай, играй игрушками, ладно? Ты хорошо наелся, кашку поел. Пусть у тебя хорошее настроение будет, ладно? Мама с папой тебя очень сильно любят. Понял? Понял. Все. Ну и вот наступил вечер. В 5 вечера уже темно. Прям вот караул. Никаких дел не сделаешь. Уже темно. Я вот тут с фонариком, со своими животными. Так захотелось мяса жареного. Всем спасибо за огромное тепло. Вообще за тепло, за очень теплые комментарии. За поддержку наших детей. Очень много комментариев, которые поддерживают детей. Спасибо за то, что подписываетесь. Сейчас рост такой на канале идет. Спасибо за пальчик вверх. Огромное спасибо. Мы вам очень сильно благодарны. Хочется всем сказать пока-пока. Всем пожелать здоровья, насколько возможно, в ваших ситуациях. И пусть у вас все будет хорошо. До скорой встречи, друзья.